Премьер-министр Оскар Мамин принял главу Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти. Стороны обсудили участие ЕБРР в реализации комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в нашей стране. Речь идет о финансировании строительства новых многопрофильных больниц в 7 городах. Кроме того, был затронут вопрос о реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства – строительства Большой Алматинской кольцевой дороги. Напомню, в прошлом году между Казахстаном и банком подписаны соглашения о реализации 29 проектов на сумму свыше 750 миллионов долларов. Они будут действовать в промышленной, транспортной, энергетической и других сферах экономики.